Ну что, мои дорогие, продолжаем играть Half-Life, часть номер 3. Сейчас возьму контроллеры. Вот так. Всё, давайте. Возобновить. Угу. Чё там? Поможет, не поможет. Куснул, по-моему. Так, все, вроде все. От гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Доктор Фримен, садитесь же в катер. А могу я стрелять при этом? Стапы. Дай в управление разобраться. Ясно. Только на контроллер поворачивать. Так, управление инвертировано, что ли? Вроде нет. Я не умру же? Внимание, опасный уровень радиации. Чуть-чуть. О, Джимен. Да, зря поднимался. О, он стоит, гад. Здорово!
Тут сложно немного с этим контролем навести. Я что-то не перескочу, правильно? А, не, я понял. Эту хрень наоборот надо поднять при помощи этих бочек. Давай, давай, не тони. Вот так вот. И опять за этими. Ну, давай. Чё это? Отдай, отдай бочку. Она не хочет. Вот так вот. Ну, вроде все, больше бочек я не находил. Так этот приподнялся. Этот. О, все, на одном уровне. Сойдет. Слушай, там это что-то скидывал. Это сложнее, чем на компьютере. Слишком чувствительное управление. Yeah.
А если он там нормально на записи будет? И чё? Всё? Приехал? А я не могу вылезти. Я не могу вылезти. А почему я не могу вылезти? А больше мне сюда надо ехать, да? Так, а я не могу слезть. Угу. Ну и поехать тоже. А почему я не могу слезть? Уж я на воде? В чем проблема? О, могу теперь. Того, что среди нас появился изменник, который в глазах иных граждан предстает как мессия. Это да. Наши бы не.
Так, ну-ка, дай-ка пополним немного. Так. Все. На полную, наверное, да? Уже. Что там, гранаты, что ли, у меня были? Что, давай попробуем с гранатой? Хочу просто понять, как она работает тут. Ага, понятно. Supply. Еще гранаты. Плохая идея. Так, нельзя, я понял. Вперед могу толкать? Ну, было прикольно. Гранаток насыпают. Я, конечно, возьму, пополню. У меня уже максимум. Так, если эту хрень разрушу, она туда полетит. Ну, мне сели назад только, да? Да, назад. Прыгать на свой. Что, дрон камикадзе, что ли?
Че, он был такой живучий? Ничего, он полетел на меня. Чё-то такого я от них не видел еще ни разу. Так, там хоть еще аптека лежала. Плюс 3. Так, ну патроны это у меня есть. Блин, где я видел? В другой комнате, по-моему. Пополнялку, да? Нет, подожди, где-то я тут видел ее. Где-то она там была. А вот она, родная. Все. Теперь на полную. Ай! Живи. А вы нет. Уи! Можно слезть? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Возобновить игру только. Давай. Игра. Так, и что мы тут можем сделать? Тут просто тайничок был, да? Я, конечно, могу вот так вот туда, блин. Не, не могу. Так, ну и что мне тут? Хотя я думаю, там огонь уже рассосался, да?
Настрелись ты, блядь. Так, это было крайне неудачно. У меня 27 хп. Что делать? Там я никак не пройду через этот огонь. А вот так проеду. Блядь, хпшки нету. Хпшки нету, хпшки. Пацаны, не бейте. 3 хп. 3 хп, живем. Можно хилку? Так я хочу нафиг с этого катера слезть уже. Так, тайничок. Может, здесь силка будет. Вот она. Слазь. Слазь к мгулю. Я вообще сейчас все кнопки тыкаю, блядь, он не слазит. Давай на земле. Ну почему ты, блин, не хочешь слазить? Можно? Да почему, блин? Знаете, слезь. Он не слазит. Так, ты можешь слезть, блядь? Слезь, пожалуйста, братан. Да пожалуйста, блядь. О, сейчас слез. Вот тут он может слезть, блядь, а тут не мог. Ну, уже лучше. Даже так. Сохраним. Все, живем. Братан, твое счастье, блин. Что слезть не могу. Все, слазь. Слазь, кому говорю. Слазь. Не слазит. Слезь.
Слезь, блядь. Ну слезь, пожалуйста, блин. Все, нафиг, пешком пойду, блин, этот катик, блин, кину. Невозможно, блин. Все, я стою. Ничего не жмякаю, вот. Он залазит на эту кнопку. Другие ничего не делают, это кнопка менюшки. О, слез, блядь. Спасибо, блин. Братан, твоя. Так, тут больше ничего не было. И боеприпасов. Хуа! Моя рука не отображается с револьвером. Ладно. Все-таки это мод. Дробовик хочу.
Я, блин, уже думаю, как перебраться, блин. Потом вспомнил, что Half-Life это про прыжки, блин. Так, может, там новых не зареспавнится? Не зареспавнитесь. Хп бывало и поменьше. Все, получил свое. Ой, как тихо, как хорошо сразу. Ну давай, мопец твой. Сохранюсь только. Такого ты не ждал?
Чё, пацаны? Я думаю, может, на этом моменте серию закончим. С вами был Зазепа, спасибо за просмотр. До встречи в новой серии.